снайпер. Мы попросили принято поддержки повстанцев. Чертов снайпер взял нас в мушку. Вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. Понял. Подкрепление идет на позицию. Граната, граната! Черт, тут снайпер! Ложись! Черт, у нас потери! У нас потери, потери! Апач целится в нас, прячьтесь! На землю вертолет! На землю вертолет. Вертолет, ложись. Вертушка, ложись. Граната. Граната, укрытие.
Далее свинтушка. Ложись. Снайпер, ложись. Полагаю, он был не так крут, как я себе думал. Снимем маску и сделаем фото для Боуман. Боуман, ты хотела фото команданта? Принимай, высылаю. Твою ж мать, это Мигель де Лос Монтерос, сын министра обороны. Похоже, его сюда направили важные столичные шишки. Не исключено, что с секретным поручением прибрать к рукам всю торговлю кокаином. Похоже, мы тут всем подпортили праздник. Что-то мне подсказывает, что кое-кто в Лопасе нам не будет рад. Вертушка, ложись! На землю вертолет! Вертолет, ложись! Есть инфа по вертушке снабженцев. Угоним ее и отдадим повстанцам. Вызвали подкрепление повстанцев. Этот Апач сейчас откроет огонь. Ложись! Чертов Апач тебя завалит! Пригнись! Апач целится в нас, в укрытие! Единство. Тихо. Давай с машины, живо. Не усложняй ситуацию. Поехали.